Так вот, то, что касается курсов, у нас достаточно много курсов, и есть курсы, которые непосредственно посвящены мотивации, ну и непосредственно системе материального стимулирования, разработке системы. А именно хотела бы рассказать кратко, о чем речь. У нас есть, например, курс, который включает в себя три модуля основные. Это управление персоналом, мотивация, ключевые показатели эффективности. И там есть такой курс, который называется «Разработка и внедрение систем показателей». Это система сбалансированных показателей и KPI. Но это, опять же, если захотите более глубоко ознакомиться с данной темой. А также у нас есть семинар-практикум. Это построение эффективной системы оплаты труда. То есть там также разбираются основные ошибки, ну и даются практические рекомендации, как это, собственно, правильно сделать. Потому что и система сбалансированных показателей, и система ключевых показателей эффективности на сегодняшний момент являются, ну, достаточно актуальными и эффективными инструментами, которые позволяют эффективно реализовать стратегию. Кроме того, вопросам KPI у нас посвящены курсы. Это менеджер по персоналу первый уровень и менеджер по персоналу второй уровень. У нас там очень много практики, поэтому я, конечно же, приглашаю вас всех, кому интересна данная тема, актуальна. Кто еще не внедрил в практику работы в своих предприятиях, но планирует это сделать, приходите на наши курсы. Что касается организационного момента, сначала я, наверное, предоставлю всю имеющуюся у меня информацию, то есть расскажу, о чем идет речь. И далее у вас будет возможность задавать мне вопросы, и я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Итак, план нашего семинара – это как внедрить, как эффективно внедрить систему мотивации в компании, чтобы избежать ошибок. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, с которыми сталкиваются организации, внедряя данную систему. Также разберемся преимущества и недостатки данной системы, какие виды существуют и каких принципов при внедрении данной системы есть смысл придерживаться. Опыт реализации системы материального стимулирования на предприятии уже на практику неоднократно доказывает свою эффективность. Точнее всего, оценить работу персонала позволяет анализ ключевых показателей эффективности, то, что мы называем KPI, буквальный перевод, да, ключевые показатели. А данная система, она хорошо себя зарекомендовала не только в крупных предприятиях, но и в небольших предприятиях, поэтому не столь важна численность сотрудников. Главное правильно внедрить данную систему, чтобы она действительно играла мотивирующую роль. Кроме того, разберем, какие виды есть, ну и каким образом правильно построить данную систему в организации. Немного из истории вопроса. Автор метода – это Питер Фердинанд Друкер, автор метода управления по целям. Этот метод был им еще изложен в 1954 году в книге «Практика менеджмента». Достаточно эффективный инструмент. Далее потом были финские ученые, которые предложили метод управления результативностью. Есть более современные разработки, такие как сбалансированная система показателей. Так вот, в чем, собственно, особенность данной методики? По сути, мы, собственно, можем сказать, что данный метод, предложенный Друкером, как раз, ну, является некой основой для того, что мы сейчас называем ключевые показатели эффективности. Он объединил функции менеджмента, планирования и контроля. То есть цели, которые определяются на этапе планирования, они же одновременно являются и индикаторами контроля, достигая которые сотрудники получают вознаграждение, ну и данная система может рассматриваться как система мотивации. Данный метод, он предполагает определение стратегических, тактических, оперативных целей следующим образом. Построение целой системы целей путем декомпозиции цели более высокого уровня стратегической в цели более низкого уровня. То есть стратегические цели, они детализируются и конкретизируются на уровне отдельных бизнес-единиц, структурных подразделений, и далее детализируются и конкретизируются на уровне оперативных целей. То есть последовательность такова. Сначала определяем стратегические цели, определяем измеритель этих целей, то есть определяем ключевые показатели эффективности организации в целом. Ну и также корпоративные.
ключевые показатели эффективности. На базе этих целей определяем ключевые показатели для отдельных бизнес-единиц и структурных подразделений. И уже зная цели структурных подразделений, в зависимости от этих целей мы можем сформулировать цели отдельных сотрудников, то есть определить ключевые показатели эффективности. Вот данная модель, она получила широкое распространение и признание. То есть и среди руководителей, и среди менеджеров практиков, ну и на практике показывает достаточно хорошие результаты. Ну и позволяет осуществлять эффективную мотивацию сотрудников. А в 90-е годы вот была предложена система сбалансированных показателей Нортона и Каплана, разработчики. Это система управления, которая позволяет руководителям компании переводить стратегические цели компании в четкий план оперативной деятельности подразделений и отдельных сотрудников. Также позволяет управлять их результативностью, то есть оценивать результаты их деятельности с точки зрения реализации стратегии, вот как раз с помощью ключевых показателей эффективности. Эта система на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимальных показателей. Важно правильно их определить. А набор этих показателей, он отражает аспекты деятельности компании, причем аспекты деятельности как финансовые, так и нефинансовые. У нас здесь четыре перспективы. Данный метод предполагает четыре перспективы. Это финансы, потребители, внутренние процессы и персонал организации. То есть по каждой перспективе определяется стратегическая цель, конкретный показатель, целевое значение и мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы достичь данное ключевое значение данного показателя. Вот таким образом мы можем ключевые показатели разделить в зависимости от области оценки, в зависимости от того, что мы этим показателем оцениваем. Финансовые аспекты, качество работы с клиентами, операционную деятельность или бизнес-процессы, либо персонал организации. Таким образом, для оценки финансовых аспектов мы берем такие показатели, как валовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность продаж, совокупный доход акционеров. То есть с точки зрения финансовых измерителей оцениваем. Далее работа с клиентами. Качество работы с клиентами, данная перспектива, какими показателями может быть оценена? Это лояльность клиентов, коэффициент удержания, индекс удовлетворенности потребителей, коэффициент текучести, ну и также анализировать претензии клиентов для того, чтобы улучшать деятельность именно в данном направлении. Что касается бизнес-процесса, это мы определяем показатели KPI для оценки операционной деятельности и логистики. Что мы здесь можем использовать, какие KPI? Это логистический цикл и все, что с ним связано. А под этим мы понимаем время от момента размещения заказа на покупку до осуществления данного заказа клиенту, то есть поставки данного товара клиенту. То есть показатели, которые позволяют оценить полноту и своевременность поставки. Что касается персонала, так как это основа организации, то есть данную перспективу, какие показатели оценивают? Это что можно определить? Доход на одного сотрудника, а также индекс удовлетворенности персонала, коэффициент текучести, ну и так называемый ROI, это окупаемость инвестиций в персонал, потому что компания регулярно тратит денежные средства, например, на обучение и развитие сотрудников. Ну вот есть у нас модель Филлипса, модель Кирк-Патрика, которая позволяет оценить, в какой мере те инвестиции, которые организация тратит, они себя оправдывают. То есть существует целая система показателей, которая позволяет оценить именно это направление работы. То есть вот четыре аспекта, да, и по каждому аспекту, как финансовому, так и нефинансовому, можно сформулировать ключевые показатели эффективности. Так вот, декомпозиция, то есть каскадирование стратегии на отдельные подразделения. А уже внутри подразделений идет каскадирование задач подразделения на задачи отдельно взятого сотрудника. То есть очень важно правильно соблюдать данную цепочку. То есть стратегическая цель, она у нас распадается на цели конкретных структурных подразделений. Далее важно определить, какую роль в достижении целей структурного подразделения играет та или иная должность. И определить, какие показатели позволят добиться более высокого результата труда в рамках данного подразделения.
То есть уже на базе отделов, на базе отдельных структурных подразделений мы определяем личные задачи отдельно взятого работника. То есть порядок таков вот каскадирования. Ключевой вопрос, внедрять или не внедрять? Это, знаете, как быть или не быть, вот в чем вопрос. На самом деле, многие хотели бы внедрить данную систему в практику, но процесс действительно сложный, трудоемкий, дорогостоящий, особенно когда большая численность, много структурных подразделений, разные направления работы. Действительно, с рядом сложностей организации сталкиваются. Но здесь что важно понимать? Во-первых, данная система, она на практике доказала свою эффективность и позволяет управлять результативностью сотрудников. Кроме того, KPI представляет собой систему, при использовании которой работодатели могут оценивать эффективность деятельности своих подчиненных, что, собственно, тоже важно. При этом KPI каждого работника привязывается к глобальным целям не только структурного подразделения, но и к общим индикаторам бизнеса, таким как уровень дохода, рентабельность, капитализация компании. Мы можем выделить разные цели, которые преследуют компании, внедряя KPI, но главное из них – это создать такую ситуацию в компании, в которой сотрудники из разных структурных подразделений могли бы действовать сообща, не противореча при этом друг другу. Деятельность одного специалиста не должна мешать работе другого. Кроме того, все сотрудники должны стремиться к единой цели – эффективно трудиться, ну и получать за это определенные бонусы, вознаграждения. Более того, так как мы каскадируем глобальную стратегическую цель на уровень подразделения отдельно взятых работников, каждый работник понимает, какой он вклад вносит в работу подразделения, потому что четко определены результаты его работы. А руководители структурных подразделений также понимают, какой вклад и какую роль они вносят в глобальные стратегические задачи. Ну и более того, данная система позволяет грамотным образом расставить приоритеты. Многие компании до сих пор, планируя свою деятельность, планируют то просто для того, чтобы планировать. Ну, давайте продадим 10 единиц продукции. Ну, давайте. Вот, собственно, заключается система планирования. А если понять стратегический приоритет, четко его обозначить, то мы уже сможем его спроецировать на отдельно взятых работников. И в этом случае как раз можно управлять, эффективно управлять результативностью. И внедрив систему KPI, можно сформировать эффективную систему мотивации, по сути, сотрудников. Здесь важно, чтобы переменная часть зарплаты, она была непосредственно связана с достижением работником определенного показателя. Зарплата, как правило, у нас состоит из постоянной части, но это может быть базовый оклад и переменная часть. Вот всегда возникает вопрос, каким образом нам правильно спланировать вот эту вот переменную часть. Каким образом определять премии работникам? Вот KPI как раз позволяет сформировать эту переменную часть. То есть, с одной стороны, у нас есть оклад, с другой стороны, у нас есть KPI. Но, да, конечно. Вот пропорции – это очень хороший вопрос, всегда возникает этот вопрос. В зависимости от вклада работников в конечный результат деятельности. Чем большую роль данная должность играет в прибыли компании, тем в большей степени должна преобладать переменная часть. И наоборот, у нас есть должности, которые на прибыль влияют весьма опосредованно. И более того, возникает сложности сформулировать эти показатели результативности. Бухгалтер, например, да, абсолютно точно, объективно сложно. Или там административно-хозяйственное управление компании, которая констовары закупает. То есть на прибыль не оказывает существенного влияния. Поэтому какая может быть пропорция соотношения постоянной и переменной части заработной платы? Оцениваем вклад должности в прибыль компании. Соотношение может быть, например, 30 к 70, если высокий вклад в общий результат, да, 30% базовый оклад, 70% все на премиальную. В противном случае мы просто не добьемся высокого результата, если будет маленькая часть переменная. Далее 50 на 50 это может быть, то есть 50% базовый оклад, а 50% формируется за счет премии, за счет, например, внедрения системы KPI. Ну и наоборот также может быть. Может быть 70% это базовый оклад, и только 30% это могут быть премии, то есть переменная часть. В зависимости от
вклада. При определении базового оклада здесь важно учесть два принципа. Это принцип внутреннего и внешнего соответствия. Внешнего – это зарплата должна быть конкурентоспособна с точки рынка, с точки зрения рынка. Ну, например, если у нас IT-разработки, то наши IT-шники, они, их уровень дохода должен соответствовать среднему по рынку. В противном случае разбегутся все наши эксперты, специалисты. А внутреннее соответствие учитывает важность и степень значимости данной должности для организации. У нас есть такое понятие, как ключевые сотрудники. Задача сформулировать такую систему оплаты, которая бы их не демотивировала, а наоборот стимулировала бы повышать результативность работы. Поэтому вот два принципа учитываем, то есть базовый оклад, и далее формируем переменную часть за счет постановки вот ключевых показателей эффективности. Принимая решение внедрять или не внедрять, здесь важно что? Важно учесть преимущества и недостатки данной системы. А преимущества и недостатки данной системы, ну, любая система мотивации, она имеет как плюс, так и минус. А в числе преимуществ мы можем выделить то, что эффективность работы сотрудников повышается, они в большей степени ориентированы на достижение результата, так как от достижения результата зависит их переменная часть. Более того, они понимают, какие задачи перед ними стоят. Четко понимают, как эта задача связана с задачами структурного подразделения и организации в целом. Поэтому также сотрудники могут корректировать, например, работу. То есть они могут видеть, например, по какому показателю они отстают, они могут самостоятельно корректировать. Кроме того, менеджеры могут корректировать работу сотрудников по данным показателям, то есть видеть, по каким показателям какие сотрудники не дотягивают. Более того, можно построить справедливую систему оплаты труда на основе, на базе KPI, потому что зарплата напрямую будет зависеть от результативности. Ну и как итог, в числе преимуществ, это эффективная система материальной мотивации. Но также есть и недостатки. Ну, например, не все показатели можно количественно измерить. А мы можем выделить количественные KPI. Ну, например, все, что связано с финансами, легко поддается измерению. Но, например, есть качественные показатели, которые количественно измерить очень сложно. Поэтому на этапе разработки KPI мы формулируем качественные показатели, но здесь встает необходимость их оцифровать. Это называется оцифровка. То есть привести качественный показатель в некое количественное измерение, что, собственно, тоже создает сложности. Как это сделать? Как оцифровать качественные показатели? Достаточно сложно. Поэтому система это подразумевает длительный период времени, то есть трудоемкая, достаточно дорогая данная система, особенно если привлекать экспертов к разработке, если крупная компания. А, кроме того, внедрение любой новой системы мотивации, оно может вызывать сопротивление со стороны работников. То есть работники не всегда довольны изменениями. Ну, не то, что они боятся изменений, они, как правило, боятся быть измененными, боятся, что теперь им точно будут платить меньше. А поэтому, чтобы преодолеть, нивелировать недостатки от внедрения данной системы, должны проводить разъяснительную работу среди сотрудников. То есть объяснять приходится долго, убеждать, чтобы, ну, в противном случае просто эта новая система, она сыграет скорее демотивирующую роль. Прямо противоположно от той роли, которую мы хотели бы, чтобы она сыграла. Так вот, как внедрить? Чтобы избежать ошибок, которые могут возникать, можно выделить 4 ключевых этапа. На первом этапе идет подготовка к внедрению. На этапе подготовки к внедрению важно провести аудит существующей системы мотивации, проанализировать бизнес-процессы, проанализировать должностные обязанности сотрудников, ну и создать единое информационное пространство, чтобы сотрудники имели доступ к информации, то есть чтобы, ну, проводить разъяснительную работу с персоналом компании. Что касается аудита, сейчас, секунду, да, вот тут у нас есть вопрос. Работодатель чаще всего хочет сэкономить и требует от обычных HR-ов и экономистов по зарплате разработать эффективную систему KPI. Экспертов-разработчиков приглашают лишь богатые крупные компании. Но, в принципе, доля правды есть в этом.
Конечно, компании, с одной стороны, хотят оптимизировать затраты, не хотят при этом платить каким-то сторонним организациям, приглашать экспертов и требуют это от бедных HR-ов, невозможного, по сути. Но на самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если, конечно, вдаваться, много читать научной литературы, вы, конечно, все сильно очень испугаетесь, вам станет страшно, нет, это очень сложная система, должны внедрять только эксперты. Но я, пожалуй, тоже с этим не соглашусь. В принципе, если детально вникнуть в порядок разработки этих ключевых показателей, то, в принципе, даже на уровне HR подразделения это можно организовать. Вполне, да. А вот на наших курсах мы как раз вот очень подробно все это разбираем и рассказываем, как это сделать, включая практику. То есть берем некую гипотетическую компанию, ну и строим ей систему мотивации на основе KPI. А, конечно, если это численность 1500, да, сотрудников, ну вот из личного опыта, да, 1500 сотрудников, организация, конечно, эти бедные HR-ы, они реально не могут справиться с данной задачей по той простой причине, что, ну, во-первых, это строительная компания, там огромное количество строительных направлений деятельности, в которых они мало чего понимают. Да, приглашали действительно эксперта, то есть самостоятельно было это сделать сложно. Но в то же время, если мы возьмем торговые предприятия, розничные магазины, сферу услуг, например, это туристические агентства, то, в принципе, это реально сделать, то есть не так уж это и... По крайней мере, пилотный некий проект самостоятельно сделать можно, не запускать его сразу, потому что вот один из этапов – это тестирование новой системы. Перед тем, как запустить данную систему, ее все-таки нужно протестировать, посмотреть, как это работает, а уже только после этого принимать решение, связываться нам с разработчиками, либо мы отлично справились с поставленной задачей. Потому что вот есть опыт реализации KPI, успешный опыт реализации KPI небольшими компаниями и самостоятельно. То есть такие примеры есть. Ну и, как правило, крупные компании, конечно же, приглашают экспертов, разработчиков. Ну, опять же, это объясняется даже не тем, что они сами не могут. Да? С одной стороны, они могут себе это позволить, безусловно, вы правы, но с другой стороны, риск ошибок в данном случае, ну, чреват последствиями. Если это небольшая компания, то проще как-то разобраться с бизнес-процессами, нежели это, ну, крупная компания с численностью 1500 сотрудников. Так вот, подготовка к внедрению. Какая цель данного этапа? Мы должны выяснить мнение. То есть узнаем мнение сотрудников и линейных руководителей. Мы должны обсудить с руководителями и ключевыми сотрудниками, что их не устраивает в существующей системе мотивации. Потому что перед тем, как принимать решение что-то менять, мы должны, в принципе, выяснить, что думают о нашей системе мотивации ключевые сотрудники и руководители линейные. А далее выявить, какие узкие места, какие проблемы существуют с данной системой мотивации, чтобы предложить более эффективное решение посредством разработки новой системы мотивации. А более того, узнаем, какие, по их мнению, показатели смогут наиболее точно отразить их эффективность и качество работы, что тоже важно, да? Потому что человек на местах, сотрудник, который занимает ту или иную должность, сталкивается с той или иной проблемой, конечно же, он в состоянии понять, по каким показателям можно оценить, хорошо он работает или плохо. Поэтому ключевых сотрудников тоже привлекаем, линейных руководителей тоже привлекаем. То есть подготовка к внедрению – это информационно-аналитическая работа. На этом этапе как раз мы и сможем понять, нужны ли нам эксперты-разработчики, либо мы все-таки в состоянии с привлечением руководителей структурных подразделений, либо мы в состоянии сами разработать данную систему. А далее, это у нас второй этап, это разработка новой системы. На данном этапе задача сформировать рабочую группу. Туда есть смысл как раз включать, помимо HR-ов, руководителей структурных подразделений, ключевых сотрудников, ну, потому что они на местах, они, конечно же, смогут дать информацию по показателям. Определять цели следует сверху вниз, то есть создавая KPI, сначала определяем стратегические глобальные задачи, то есть производим так называемое каскадирование, начиная с масштабных, которые стоят перед компанией, до задач отдельно взятого сотрудника.
Третий этап – это тестирование новой системы. То есть каким образом это можно сделать? Либо в виде пилотного проекта в нескольких подразделениях, либо параллельно во всех структурных подразделениях. Ну, например, если мы хотим преодолеть сопротивление, оно в любом случае будет. Да, в любом случае. Поэтому если пустить параллельно, чтобы сотрудники видели, как изменится их зарплата, что, собственно, никаких смертельных изменений произойти не может, это, собственно, способствует благоприятному климату на этапе внедрения. Тестируем, работаем обратная связь, собираем информацию. В этом случае на этапе тестирования мы можем доработать данную систему, то есть понять, допустим, какие показатели были нецелесообразны или какие показатели подкорректировать. И уже на вот этом третьем этапе принять решение, внедрять данную систему или не внедрять. Ввод данной системы предполагает также закрепление новой системы в локальных нормативных актах организации. Доводим новую систему мотивации обязательно, индивидуально до каждого сотрудника, это важно. С участием привлекаем вышестоящее руководство. То есть важно, чтобы сотрудники наши в большинстве своем не были демотивированы за счет таких нововведений. Ну и что еще важно на этапе разработки новой системы, это в первую очередь важно нивелировать те ошибки, которые были все-таки в прошлой системе мотивации, поэтому целесообразно это учесть. Ну и получить обратную связь от руководителей и ключевых сотрудников по тем функциям, которые максимально полно отражают их работу. Ну и максимально полно отражают их работу и могут использоваться при разработке KPI. В общем, четыре этапа ключевых. А какие ошибки? Давайте мы рассмотрим, какие ошибки могут возникать в процессе внедрения новой системы. Одна из ошибок – это когда сотруднику установили KPI, на который он никак не может повлиять. То есть KPI, который, по сути, от него не зависит. Ну вот такой пример можно привести. У нас есть торговое предприятие, менеджером по продажам установили KPI – это реализация продукции, товара. Но при этом они не могут достигнуть данного KPI, потому что те позиции, которые востребованы, они просто на складе отсутствуют. То есть KPI на складе вообще не применяется. KPI используется только для торгового персонала. Следовательно, менеджеры по продажам не могут обеспечить свой KPI не потому, что они плохо работают, а потому, что работники склада своевременно не закупают данную продукцию. Поэтому мы должны устанавливать сотруднику тот KPI, на который он может повлиять каким-то образом. В этом случае как можно решить данную проблему? Установить KPI работникам склада. То есть привязать эффективность работы работников склада к торговому персоналу. Тогда это будет сделано правильно. Да? Что еще может быть? Когда результаты работы сотрудника сложно поддаются измерению. Не все показатели можно легко измерить, как, например, доход и прибыль компании. Иногда есть показатели, которые измерить крайне сложно. Ну вот я примеры буду дальше приводить, какие могут быть KPI, по каким направлениям. Важно, устанавливая ключевой показатель эффективности, по возможности избегать субъективизма. Ну, например, есть такое понятие, как вот удовлетворенность внутренних клиентов. Иногда вот такой корпоративный KPI учитывают при установлении индивидуальных KPI. И, например, вот индекс удовлетворенности. По каким критериям он оценивается, никому из работников непонятно. Абсолютно, да. Ну, например, довольны вы работой отдела АФО, да, административно-хозяйственный отдел. Все пишут недовольны. А в каком случае они будут довольны, а в каком нет, вот этих критериев никак не прописано. И никто не понимает, как их оценивают. Поэтому это чисто субъективная оценка, знаете, как нравится и не нравится. Вот, конечно, таких показателей в системе оценки лучше избегать. Если у нас есть качественный показатель, всегда можно его привести, измерить количественно. Нужно просто правильным образом подобрать формулу. Ну, например, вот есть такое понятие, как качество подбора. Качество подбора складывается из ряда показателей. И каждому показателю мы можем определить такие критерии и перевести в числовое значение. По крайней мере, он будет ясен и понятен нашим рекрутерам. То есть в каком случае у них качественный подбор, а в каком некачественный.
Поэтому смотрим, может ли сотрудник влиять на данный показатель. Ну, например, сотрудники не могут влиять на какой показатель? На закупочные цены. Вот, например, KPI – рентабельность продаж. Очень хороший KPI, никто не спорит. Да, рентабельность продаж. Но на закупочные цены сотрудники же никак не влияют, а рентабельность напрямую зависит именно вот поставщики повысили цену на закупку, и что? И сотрудники получили меньше премии, чем планировали. Кто виноват? Сотрудники. Вот в этом случае нужно четко понимать, в какой мере наш персонал влияет на этот показатель. Что действительно этот показатель нужно привести в некое числовое значение. Работнику должен быть понятен механизм расчета. Он должен сам иметь возможность рассчитать свой KPI. Потому что если ему непонятно или информация от него скрывается, то есть ему просто выдают итоговый результат, а как он получен, сотруднику вот эта сама система для него не является прозрачной. Естественно, ни о какой мотивации в данном случае речи не идет. То есть KPI должен быть ему понятен, система расчета тоже ясна. Обучаем, в конце концов, рассказываем, как посчитать, как это сделать правильно. Четвертое, что еще может быть, это когда результат работы одного сотрудника противоречит результату работы другого сотрудника. Пример. У нас есть банк. Одного сотрудника данного банка оценивают по количеству выданных кредитов, а другого оценивают по задолженности. Следовательно, один сотрудник заинтересован в том, чтобы выдать как можно больше кредитов, игнорируя оценку платежеспособности клиента. А этим самым он ухудшает показатели другого сотрудника. Если такое есть вообще, ну и в том числе, да, вот если такое бывает, здесь мы можем общий KPI разделить на два структурных подразделения, на два отдела. То есть одинаково установить, например, сотрудникам установить одинаковый KPI можно. Ну это вот, например, как? У нас есть менеджер по подбору, есть менеджер по адаптации. Есть такой KPI, как показатель текучести на испытательном сроке. Показатель текучести на испытательном сроке. Если, например, его установить только для специалиста по адаптации, а может быть это зависит от качества поступающих в организацию человеческих ресурсов, но при этом такого KPI у нас не будет у менеджера по подбору. Это тоже не совсем правильно, да? Вот в этом случае есть смысл установить одинаковый KPI и менеджеру по подбору, и менеджеру по адаптации. Поэтому вот здесь смотрим, когда у нас уже есть перечень KPI, мы смотрим, как они в структурном подразделении взаимосвязаны, потому что они должны быть гармоничны, один не должен мешать работе другого, то есть в направлении глобальной стратегической цели. И далее посмотреть, как это отражается на работе других структурных подразделений. То есть не препятствуют ли они достижению KPI работников других структурных подразделений. Пятая ошибка, что еще может быть. Ну вот, кстати, на этапе тестирования мы это можем выяснить. Ну и провести корректировки. Пятое, что вот является распространенной ошибкой, это ошибки при расчете плановых показателей, они чреваты. Ну, например, если плановые показатели сотрудников определены не совсем правильно, ну, они могут быть либо чрезмерно завышены, либо чрезмерно занижены. В этом случае весь экономический эффект от внедрения новой системы может съедаться премиальным фондом. То есть сотрудники будут сказочно довольны, да, но при этом будут недовольны собственники компании, которые в этом случае никакого выигрыша не получат. Потому что здесь все-таки надо понимать, что внедряя новую систему, собственники компании, интересы собственников компании, интересы работников компании, то есть они должны совпадать, как правило. Если показатели занижены плановые, в этом случае у нас получается большой премиальный фонд, ну, за счет того, что сотрудники легко достигают данного планового показателя. Либо наоборот, другая крайность – это когда ну, изначально завышаем плановый показатель, а в этом случае сотрудники понимают, что никогда в жизни, даже если работая круглосуточно, они его не достигнут, это будет играть демотивирующую роль. Определяя плановые показатели, нам важно, ну, во-первых, провести в динамике анализ ключевых вот этих показателей. Важно понимать, что, может быть, есть сезонные колебания спроса, да, то есть когда-то у нас вот такой показатель может быть в определенные периоды плановый, ну, например, средний чек,
может быть привязан к сезону, да? Либо средний чек может быть привязан к региону. Это, кстати, тоже важно, да? К праздникам абсолютно точно. То есть вот такие моменты надо учитывать, потому что, ну, допустим, за один период сотрудники получат очень много, а за другой период они вообще ничего получать не будут. То есть вот такие ошибки тоже может можно выявить на этапе тестирования, ну и скорректировать. Таким образом, какие у нас базовые основы при построении системы мотивации на основе KPI? Во-первых, ключевое, да, что достижение данного результата должно зависеть от данного работника, то есть он может повлиять на этот показатель. Во-вторых, мы должны понимать, что данный показатель мы можем оцифровать, просчитать, и что это не является чисто субъективной оценкой, нравится, не нравится. А иначе этот KPI могут использовать сотрудники как инструмент конкурентной офисной войны. Да? Будем низкую оценку ставить этому сотруднику, когда нет четких критериев, они не прописаны. Всегда такая ситуация может быть. Далее, что сотруднику она понятна, потому что если она ему непонятна, высокий уровень неопределенности, ну, ухудшает климат в организации, ну и играет демотивирующую роль. Определять слишком много показателей нет смысла. Вот после того, как мы разобрались с функционалом должности, привязали конкретные результаты к достижению целей подразделения, мы должны выбрать, потому что мы, допустим, можем описать много показателей. Вот из этого числа показателей нужно выделить их оптимальное количество. Ну, в среднем это может быть 4 показателя, да, ну, от 2 до 4. Это если мы планируем переменную часть за счет достижения KPI. Слишком много – это, собственно, тоже создает определенные сложности. То есть размытое представление не позволяет правильным образом расставить приоритеты. Здесь вот как раз отражены основные принципы, которые необходимо учитывать при построении данной системы. Иногда вот возникает вопрос, как часто менять эти показатели. Ну вот мы хорошо разработали, мы потратили много времени, мы предложили данную систему, и возникает вопрос, а как часто менять эти показатели. На самом деле они должны быть четко привязаны к стратегическому плану и оперативному плану. Компания меняет стратегические приоритеты, в этом случае нужно посмотреть и пересмотреть ключевые показатели эффективности. Это можно пересмотреть и с точки зрения конкретных цифр, ну, например, плановые показатели можно повысить те же самые, да. Также мы можем менять приоритеты, ну, например, проанализировали деятельность и пришли к выводу, что мало привлекаем новых клиентов. Мы можем ввести новый ключевой показатель эффективности – это привлечение новых клиентов для наших менеджеров по продажам. То есть меняется стратегический план оперативный, ну, как правило, это ежегодно происходит, и далее мы смотрим, как это может отразиться на KPI. То есть какие-то KPI могут устареть, то есть они уже не оценивают, то есть что-то изменилось у нас в работе. То есть мы их можем убрать, какие-то KPI дополнить. Кроме того, стратегический план. Вот тоже пример, как осуществляется процесс каскадирования, чтобы было более понятно. У нас есть стратегическая цель – это увеличить долю рынка компании за счет внедрения IT-компании, за счет внедрения нового программного продукта. Стратегическая цель, она у нас каскадируется до уровня структурного подразделения. У нас есть начальник, который будет отвечать за разработку. Следовательно, его цель какая будет? Это разработка программного продукта, конкретной модификации. Здесь уже будет конкретика. Эта цель начальника, она каскадируется на наших программистов, кто будет заниматься этой разработкой. У программистов уже будет более конкретные оперативные цели, например, разработка модуля 1, модуля 2 у Иванова, разработка модуля 3, модуля 4 для нового продукта у Сидорова. Таким образом, мы смотрим, поменялась стратегическая цель. Мы берем KPI наших сотрудников и смотрим, какие они у нас были. И приводим их в соответствие с новыми стратегическими задачами, опять же, если в этом есть необходимость. Да? Бывает такое, что и необходимости часто пересматривать, и нет такой необходимости. Может быть и вне плановая корректировка. Ну, например,
нам надо повысить объемы продаж конкретного продукта. Ну, например, мы турагентство, мы реализуем круизы, и вот у нас мало покупают круизы в Карнивале, да, мы хотим повысить объемы продаж именно круизов данной круизной компании. Мы можем ввести данный KPI для наших сотрудников. Тем самым они уже будут более, они уже поймут приоритет, что это важно, да, увеличить объемы продаж именно этой компании, и они уже будут акцентировать свое внимание на достижении именно этого результата. То есть вот в этом случае мы можем каким-то образом корректировать. Надо новый клиент, значит, мы устанавливаем. Надо повысить объемы продаж конкретной торговой марки. Мы это корректируем, устанавливаем. То есть это вовсе не говорит о том, это, кстати, еще одна сложность, да, это вовсе не говорит о том, что мы вот один раз разработали систему, мы по этой системе пожизненно работаем. Конечно, ежегодно пересматриваем в любом случае. А какие виды KPI мы можем выделить? На самом деле могут быть простые KPI. Это KPI, результаты KPI затрат, так называемые абсолютные показатели. Результат – это, собственно, какой результат был получен. Ну, как правило, может иметь денежное измерение, либо в штуках, да, в зависимости от того, о каком результате речь. Затрат – это сколько было потрачено ресурсов, например, времени, сколько было потрачено, или сколько было потрачено именно средств, это себестоимость, например. KPI функционирования позволяет оценивать эффективность бизнес-процессов. KPI эффективности функционирования определяем, устанавливаем только в том случае, если важно обеспечить соответствие четкому алгоритму, то есть определенной последовательности действий. Ну, например, если эффективность работы данного сотрудника напрямую определяется вот последовательностью определенных этапов в работе, то тогда, конечно, есть смысл определить такой KPI. Четкое следование определенному алгоритму. Что касается двух последних, это KPI производительности и KPI эффективность. Это у нас относительные показатели, то есть при сопоставлении определяем. KPI производительности, соотношение, да? Ну, допустим, соотношение KPI производительности, пример. Это время, которое уходит на закрытие одной вакансии. Например, мы можем делить общее время, потраченное, на количество закрытых вакансий. То есть производительность, это производный показатель, всегда определяется, учитываются два показателя, которые сравниваются друг с другом. KPI эффективности, ну, это здесь результат, сопоставляем затратами, но основной, самый распространенный KPI эффективности – это рентабельность. А какой именно KPI определять, будет зависеть от должности, от специфики деятельности и от функциональных обязанностей. Потому что традиционно следует выделять это должности, которые должны быть ориентированы на результат, и чисто процессные, ориентированы на процесс. Ну, это когда вот очень важно соблюдать определенный алгоритм. В зависимости от специфики работы будет зависеть набор KPI, который мы установим. А разработка системы KPI, давайте вот сейчас, собственно, непосредственно разработка, я вам в конце приведу пример, как может выглядеть матрица, которую мы можем построить, и как, собственно, какие подходы используются для расчета. На первом этапе мы четко должны сформулировать цель разработки. Основная цель разработки, она должна быть ключевой, это повышение системы мотивации. Это создание новой системы мотивации на основе KPI. Что касается плюсы и минусы, это мы уже с вами все проговорили. В этом случае ответственность за каждый участок работы закрепляется за конкретным сотрудником. Слишком много показателей не устанавливаем, иначе это скорее сыграет демотивирующую роль. То же самое показатели мы устанавливаем реально достижимые, потому что некоторые в погоне за оптимизацией затрат неправильно определяют целевой ориентир, не повышение системы мотивации, а сокращение затрат на персонал. Сотрудники, они, как правило, все это понимают, и ни о какой системе мотивации в этом случае речь не идет. Далее определяем цели на уровне организации в целом отдельных структурных подразделений. Определили. Далее мы разрабатываем библиотеку KPI для каждой должности. Библиотека KPI – это не значит именно библиотека, да? Мы так называем библиотека. У нас есть должность. Ну, например, берем там
специалист по подбору, менеджер по подбору. Далее, цель – это повысить эффективность подбора. Конкретно мы определили цель данной должности. Вот теперь мы должны составить перечень показателей, которые могут нам помочь эту цель достичь. Собственно, что сюда может быть? Процент укомплектованности штата, качество подбора, время закрытия вакансии, да? Текучесть на испытательном сроке. То есть вот цель есть – повысить эффективность подбора. Есть должность. Мы ставим ключевые показатели эффективности не применительно к Иванову, Петрову, Сидорову, а к должности, которую он занимает. Выписываем все возможные. Вот все возможные показатели, которые нам позволят оценить работу данного сотрудника. Мы уже потом будем выбирать. Сначала перечисляем все возможные. Идем, да, каскадируем от общей KPI организации, да, до KPI отдельной должности. Далее мы должны еще будем определить с вами порядок расчета. На самом деле существуют разные варианты, как можно считать. То есть есть более упрощенная версия, есть более сложная версия, как это сделать. А далее, после того, как определили, посчитали, то есть составили перечень KPI, посчитали, закрепляем в положение. Это может быть, например, положение о премировании. Так как это у нас есть постоянная часть, у нас есть, например, положение по оплате труда, теперь у нас новая система, и мы эту новую систему, мы ее протестировали, внесли коррективы, изменения. Тестировать, как правило, лучше не один месяц, а несколько месяцев, потому что, ну, чтобы понять, что действительно есть некая закономерность, может быть положение о премировании. Ну и далее утверждаем руководителя организации. С этого момента у нас уже действует новая система. Матрица KPI. Есть такой термин, такое понятие. Вот что мы делаем, чтобы составить матрицу KPI отдельно взятой должности? Мы из нашей библиотеки, которую мы с вами сформировали, мы перечислили с вами все возможные показатели. Мы должны из этих показателей выбрать наиболее приоритетные. Как мы их выбираем? Берем цель основного структурного подразделения и должности и смотрим вот теперь из перечня, да, какие показатели в большей степени соответствуют достижению данной цели. Ну, выбираем их оптимальное количество, да, слишком много выбирать их не стоит, но слишком мало тоже не стоит. То есть все-таки оптимальное количество должно быть. Ну, 4 вполне подойдет, ну, 5 максимум, больше уже нет смысла. А далее определяем вес каждого показателя. Вес – это степень значимости данного показателя. Ну, как правило, общий вес мы принимаем за единицу. И далее, какой вклад у нас будет вносить тот или иной показатель. Определение веса позволяет расставить приоритеты. Какой показатель более важен, какой показатель менее важен. Если мы присвоим одному из показателей из 5 максимально большой вес, утратит смысл от всех остальных показателей. Ну, их вес будет в общей премиальной части, но слишком незначительный. Поэтому здесь важно подумать. Нет смысла, например, 0,5 определять вес для какого-то одного показателя, если их, например, 4. Тогда их нужно сократить. То есть нельзя, чтобы вес одного показателя был слишком велик. Далее определили вес, после этого мы определяем значения, они количественный характер носят. Ну, например, для менеджера по продажам, да, это объем продаж показателя, то есть сумма конкретная. Допустимые значения, то есть здесь у нас происходит нормирование KPI. Для этого мы устанавливаем минимальное значение и максимальное значение, которое будет позволять сотруднику получить больше премии. Ну и так называемый плановый показатель, то есть целевое значение. Далее установили вес, установили значение показателей, рассчитываем индекс. Расчет индекса напрямую будет зависеть от веса и от значения. Расскажу сейчас, как это сделать. Качественные показатели, если у нас есть, и мы понимаем, что они важны, мы должны их оцифровать, то есть перевести в некое количественное значение. Ну и далее мы уже суммируем и считаем общий индекс результативности. Ну, по порядку, да? Сначала выбираем KPI. Вот пример. У нас есть менеджер по подбору. Ну, например, время, за которое закрыта вакансия. Мы описываем, то есть сколько времени тратит специалист. Далее определяем, по какой формуле рассчитываем.
потому что у нас это должно иметь какое-то количественное обозначение данной KPI. А что еще можем взять? Это текучесть персонала на испытательном сроке. Также описываем данный показатель, что он из себя представляет, и определяем формулу, по которой будем считать. Также, что это еще может быть? Количество закрытых вакансий. За отчетный период количество закрытых вакансий к общему количеству вакансий, которые находятся в работе. Ну, например, справляется менеджер у нас с планом по закрытию вакансий в отчетном периоде или не справляется. Показатели еще могут быть другие, да, процент укомплектованности штата. Вот тут вместо количества закрытых вакансий это может звучать как процент укомплектованности штата. Также можем сюда еще ввести такой показатель и оцифровать его, это качество подбора. А качество подбора, прежде всего, будет определяться продолжительностью работы сотрудников нашей организации. Да? Чем дольше работают, тем эффективнее подбор, значит, мы умеем находить тех людей, которые нужны нашей организации. А это процент продвижения по службе, то есть как много ли из тех, кого мы принимаем, продвигаются по службе. Это говорить будет о чем? О высоком уровне квалификации и компетенции данных сотрудников. Таким образом, продолжительность работы – это продвижение по службе. Вот наша задача будет этот количественный показатель каким-то образом привести в числовое значение. Вот есть, например, у нас специалист по кадровому делопроизводству. Всегда возникает вопрос, как оценить его работу, да? Ну вот такой KPI. Как вам такой KPI? Соответствие кадровых документов установленных требованиям. Установленным требованиям. Кто будет определять качество? Непосредственно руководитель, да, организация. То есть качество оформляемой документации. Ну, например, мы берем документы, оформленные за отчетный период, и смотрим, сколько документов было оформлено без ошибок. А какой процент был оформлен с ошибками? В этом случае у нас может быть 100% от ошибки не было допущено, это значит выполнен плановый показатель, 80%, а может быть 60%. Также количество обрабатываемых документов, согласитесь, чем больше нагрузка, мы как раз сможем проанализировать нагрузку на специалиста по кадровому делопроизводству, чем выше нагрузка, тем, соответственно, в большей степени работник должен претендовать на какие-то бонусы. Поэтому количество обрабатываемых документов. Общее количество за определенный отчетный период смотрим. У нас, например, может быть также, да, неравномерно распределена нагрузка кадровику, то есть в какой-то период времени у нас больше текучесть кадров, да, в какой-то меньше. Ну и это напрямую будет влиять и на объем работы нашего кадровика. А летом отпусков, да. А, но в этом случае за интенсивность и напряженность работы он тоже имеет право повышенный бонус получить. Поэтому это тоже как раз будет учитывать объем работы. И данный показатель, это наоборот, будет в плюс. Это как раз будет мотивирующий фактор. В этом случае, чем больше я обрабатываю документов, тем больше у меня будет премия. Логика проста. Поэтому, в принципе, если мы детально разберемся, то любому специалисту можно установить KPI. Надо просто подумать. Вот что касается веса. Сумма весов у нас всех KPI должна быть равна единице. Ну, например, 4 показателя у нас, да? 4 показателя. В этом случае, например, одному показателю мы присваиваем 0,25, другому показателю, например, мы можем всем присвоить по 0,25, это будет неправильно, как вы считаете? Если все показатели по 0,25, это значит нет приоритетов. Есть смысл все-таки какой-то показатель выводить на первый план. Но это вот, как я вам говорила, мы хотим привлечь больше клиентов в организацию. В этом случае мы можем повысить вес данного KPI в общей структуре KPI данного сотрудника. То есть вес мы можем менять в зависимости от приоритетов. Но здесь мы четко дадим понять сотруднику, каких результатов мы от него ждем. И какие приоритеты, то есть какой показатель для него будет превыше всего достижения какого показателя. То есть он будет четко понимать первостепенные показатели. А далее очень важная задача – это нормируем. Базовый уровень. Базовый уровень – это не худший из всех возможных значений. Ну, соответственно, если человек работает и базовый уровень ниже, ну, точнее, фактическая работа сотрудника ниже базового уровня, это говорит о том, что он совсем не работает. Да? Базовый уровень – это некая нулевая точка отчета. Нормативный, он же плановый показатель, его еще называют целевой показатель.
плановый показатель, а целевой показатель – это сверхнормативный показатель, то есть, по сути, у нас будет три зоны. Базовый уровень – это красная зона, если KPI сотрудника попадает в красную зону, потому что при внедрении KPI всегда еще возникает проблема автоматизации данного процесса. Но представьте себе это делать каждый месяц вручную. Поэтому есть смысл заказать программистам, чтобы они нам сделали хорошую программу, и мы будем вводить только туда данные, и эти данные будут сопоставляться с другими данными, вводиться итоговый балл. Я даже видела мобильное приложение, кстати. Так вот, нулевая точка – это красный уровень, ниже которой работа сотрудника недопустима. Плановый целевой – это тот показатель, который устраивает организацию, плановый. Это желтый уровень. Ну и далее зеленый уровень, это целевой, это когда результат работы сотрудника превышает плановые показатели, что позволяет получить ему в большей степени бонуса, больше премия. То есть если сотрудник достигает целевого уровня, его индекс по матрице KPI будет выше 100%. Нормативный плановый – это 100%. А базовый – это, как правило, отклонение, допустимое отклонение, ну, например, 80%. То есть 80% – это вот минимальный уровень, до 100 – это, соответственно, 100 – это нормативный плановый, и далее все, что свыше 100, допустим, у сотрудника может быть по матрице KPI, мы рассчитали, получилось там 125. Да, конечно, конечно, мы же будем умножать нашу переменную часть. Как правило, переменная часть вот, мы будем считать от базового оклада. Ну, например, если у нас премиальная часть, ну, к примеру, 20 тысяч. А если у нас плановый показатель, он все 20 тысяч получает, премиальная часть. А если он перевыполнил норму, 125, мы наши, соответственно, умножаем на 125. То есть на 25 больше процентов он получит от запланированного показателя. Да? Это будет стимулировать повышение результативности в работе. Ну вот пример. Менеджер по продажам, у нас есть базовый уровень 100, нормативный 500, целевой 800. То есть, ну, базово понятно, да, это наихудшее минимальное значение. Ну, и целевой, кстати, целевой определяя, он должен быть реально достижим. Берем эффективную работу ключевых сотрудников, смотрим их максимально высокий результат, вот именно его берем за основу. Потому что слишком высокий целевой уровень будет говорить о том, что организация нам платить премию повышенную не планирует. Сотрудники же это будут понимать, поэтому результат все-таки должен быть достижим. А как считается индекс KPI? Считается он следующим образом. Мы берем фактический показатель работы сотрудника, вычитаем базу, ну, которую мы определили, у нас это 100. Соответственно, цель – это у нас 800. Мы берем фактический уровень, то есть на какой объем была реализована продукция, вычитаем наш базовый и далее делим на нормативный показатель, также за вычетом базового, умножаем на 100%. Потом мы все эти индивидуальные индексы суммируем, то есть сумма индекса. Сумма индекса каким образом определяется? Индекс по отдельному KPI умножаем на вес KPI плюс другой KPI, который также индекс умноженный на вес, то есть сумма. А как будет выглядеть матрица? Ну вот пример, да, расчета индекса отдельно взятого KPI. 600 – это фактический результат работы сотрудника, минус базовый 100. Нормативный у нас был 500, да, плановый показатель, также минус 100. Умножаем на 100 и получаем, что, ну, так как мы и так видим, да, 600 – это больше планового, у нас получается 125%. Далее смотрим, считаем так по каждому KPI. А потом мы определяем общий индекс результативности по всем KPI. С одной стороны, мы будем видеть, где у нас превышенный результат, где у сотрудника все хорошо, а также будем видеть, где у сотрудника западает, по каким показателям он работает хуже, чем может. Вот как это будет выглядеть. А вот теперь смотрите, объем продаж, да, вес. Вес 0,3, поступление денежных средств, ну, возможно, у нас отсрочка платежа, то есть мы сначала поставляем продукцию, потом поступают денежные средства. Таким образом, 0,25 – это у нас вес денежных поступлений, дебиторская задолженность 0,2, чтобы наши менеджеры еще отслеживали оплату, потому что отдали товары, забыли. Удовлетворенность внутренних клиентов
это сотрудники других структурных подразделений, так называемые корпоративные KPI. Работа в команде – это на уровне структурного подразделения. Сумма весов у нас составляет единицу. Далее у нас по каждому KPI определяется база, норма, цель. А далее берем фактический результат сотрудника. Считаем по той формуле, которая у нас была. Ну вот мы с вами посчитали, объем продаж у нас получился 125%. А, допустим, мы с вами также посчитаем денежные поступления, видите, их меньше. То есть отгружать отгружаем, но денежные средства у нас попадают, ну, поступают не вовремя, не своевременно. То есть объем поступлений ниже, чем нужно. Просроченная дебиторская задолженность отсюда у нас сразу, да, появляется. Удовлетворенность внутренних клиентов – это такой показатель, опять же, который нужно оцифровать. Как мы определяем удовлетворенность внутренних клиентов и работу в команде? По результатам ежемесячного анкетирования. То есть каждый месяц сотруднику приходит на почту анкета, которую он должен заполнить. Ну, там вопросы 3-5 максимум, да? И на основании этого уже формируется. У нас удовлетворенность, например, если все поставили этому сотруднику пятерку, значит, у него максимально высокий этот 100, да, вот как у нас здесь. А если кто-то поставил ниже оценку, например, у нас может быть 80. То же самое касается и сотрудников других подразделений. Но вот здесь, видите, у нас не очень высокие показатели, ниже, чем хотелось. Так вот, считаем. Мы просто все это перемножаем на вес. Вот смотрите, 125 умножить на вес на 0,3, плюс 88 умножить на 0,25, плюс 110 умножить на 0,2 и так далее. В сумме у нас получилось 102,13. Но это говорит о том, что плановый показатель достигнут. Но вот над рядом показателей нужно поработать. Обратите внимание, если у всех замешаны показатели по удовлетворенности командной работе, я рекомендую провести дополнительное исследование, выяснить, может быть, действительно, ну, слишком высокий риск субъективной оценки, и все друг другу стараются насолить, заполняя определенным образом данные анкеты. Ну вот, собственно, все, что я хотела вам сегодня сказать, да. Если у вас еще какие-то вопросы есть, можно мне на почту написать, либо сейчас мы можем с вами обсудить, если есть какие-то вопросы. Я с удовольствием на эти вопросы готова вам ответить.